Ребят, всем привет! Буду сегодня вам показывать стратегию для новичков, кто только зашел в LikeJet и пока не понимает, что нужно делать. Сегодня подробно вам буду рассказывать каждое действие. Мы ставим ставочки в сумму, в первое окошко. Я решила поставить 300, учитывая ваш депозит. Можете посмотреть для себя более комфортную сумму. И во втором окошке, как запасную ставку, я поставила 900 с коэффициентом, в обе по 1,5. Далее мы нажимаем автовывод и пробуем заходить в ставочку. Посмотрим по графику, то есть в истории раундов, что у нас было. То есть были синенькие коэффициенты низкие, на которых могли быть слиты ставки. То есть у нас коэффициент 1,5, здесь был 1,13, 1,17, нам не подходит. Сейчас пошла череда фиолетовых коэффициентов выше двойки. Вот, и мы успеваем попасть в эту линию. Сейчас лучше пропустить раунд, потому что, скорее всего, будет синий кэф, может быть, следующий раунд. Вот, и далее вот так безопасненько будем с вами заходить в ставки. Сейчас дождемся, когда закончится этот раунд, и пропустим еще один. Также хочу вам напомнить, что в описании к этому видео будет промокод GiveOnGame, который даст вам плюс 500% при регистрации на LikeJet на первые 4 пополнения. Регистрируйся и пробуй тоже поднимать на LikeJet. Заходим в ставочку. Посмотрим, как она сейчас залетит. 1,5 есть. И 150 рублей также плюс к нашему балансу. Сейчас мы дождемся ситуацию слива, то есть она в любом случае произойдет. Зайдем в следующую ставочку, и я наглядно покажу, как уже действовать, что делать со второй ставкой. Заходим сразу в следующую. Вот опять золотой коэффициент. Золотой коэффициент появляется где-то вот раз в 10, раз в 15 раундов. Его сложно поймать, но на маленькой сумме можно попытаться. Об этом у меня также есть видео на канале. 53,39 улетел LikeJet. И смотрим. Все, ставочка заходит. 1,5 нам нужно, 1,4, 1,5 есть. Все, плюс 150 рублей также. Можно по мере выигрыша немножечко увеличивать ставку. Давайте так и сделаем, по 100 рублей. И заходим в следующую ставочку. В принципе, можно было бы ее и пропустить. Возможно, сейчас не долетит до нашей суммы. То нет. Вот, плюс 200 рублей. А, и фиолетовый коэффициент. То есть прямо сейчас очень хорошая череда раундов. Вот, нам в любом случае нужна одна ситуация слива, чтобы я могла вам показать свою тактику конкретно. Вот, сумму начальной ставки мы изменили на 400, нам нужны x3, во второй мы также прибавляем. Сейчас чуть попозже зайдем еще раз в ставочку. Все, ставочка наша сыграла. Во второй сумме давайте поставим 1200. И заходим в следующую ставку. Да, сейчас, возможно, будет синий кэф, но может быть он будет выше, чем наш. Смотрим, 1,5, все. Здорово, вообще сегодня очень хорошо идет, плюс еще 200 рублей, то есть мы уже так неплохо подзаработали, даже еще ни одной ставки у нас не было, чтобы она не зашла. И опять фиолетовый кэф высокий, прям вообще вот сейчас прям хорошо зашли, потому что бывают, когда ты заходишь и просто одни сливы идут,
И такие видео тоже есть у меня на канале. В этом случае важно выйти из игры и отдохнуть, то есть немножечко восстановить силы, чтобы прошла эта история с раундами сливными, и спокойненько потом зайти и дальше продолжить потихонечку смотреть. Все. Будет, да, вот, 200 рублей еще плюсом. Смотрите, просто какая, да, удачная ситуация. То есть у нас просто золотой чередуется с фиолетовым. Хотя такое бывает крайне очень редко. Так, пока летит 6. Вот, улетел 6.49. Заходим в следующую ставку. Когда много хороших ситуаций, часто выпадает 1x, то есть 1.0 или 1, вот 1.04, когда давненько их не было, можно уже их ожидать. Заходим в этом случае во вторую ставку, нам нужен 1.5 есть, все замечательно, плюс 600 рублей еще к нашему счету. В общем, ребят, я показала вам, как это делается, как это делать легко, безопасно, что делать в случае проигрыша, да, как нужно действовать, какую ставку ставить и на что обращать внимание. Также более подробное видео вы можете посмотреть у меня на канале с разными стратегиями, как развлекательные, так и обучающие. Вот, так что подписывайтесь, смотрите и выигрывайте.